В понедельник государственному флагу России исполняется 353 года. По этому случаю в Москве пройдут десятки мероприятий. Центральным событием станет праздничный концерт на Поклонной горе в понедельник в 5 часов. Для всех желающих выступят группы «Чайф», «Калинов мост», «Ума Турман» и другие. Кроме того, на ВДНХ подготовили тематическую программу. В воскресенье в Музее слова пройдет экскурсия «Знамя в историях и лицах». Гости узнают, как триколор стал официальным символом России при Петре I. Начало в 4 и 6 часов. В этот же день в 6 часов в Центре космонавтика и авиация состоится лекция «История отечественной космонавтики». Участие в мероприятиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Также на ВДНХ в понедельник в 6 вечера можно будет увидеть выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Территорию выставки украсят российскими флагами, а волонтеры раздадут сувениры в цветах триколора. В этот же день в Воронцовском парке запланирован фолк-концерт. Для маленьких зрителей пройдет анимационная программа на Центральной поляне. Начало в 3 часа. В субботу в библиотеке номер 196 устроит праздник «Цвета родной страны». Начало в 3 часа. Всех желающих ждет историческая викторина и творческий мастер-класс. На нем можно будет сделать сувениры в бело-сине-красных цветах. И это не все мероприятия, которые пройдут в честь Дня флага России. Программу празднования найдешь по ссылке в описании.